Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы вместе полистаем каталог праздничный номер 3 от компании Oriflame. Он начинает действовать с 21 февраля и закончится 12 марта, то есть как раз успеем к празднику получить подарки. Каталог действительно очень красивый, и в нем отличные предложения. По традиции мы не просто будем листать картинки, а я вам покажу продукцию, которой сама пользуюсь. И каталог начинается с того, что мы можем заказать пакетики подарочные, которые нам будут очень необходимы, чтобы положить в них нашу классную продукцию. Рекомендую заказывать набор, в который входит каталог уже следующий, эффектный, красивый, и несколько пробников. Пробники можно подарить своим друзьям. Какой красивый набор! Обязательно закажу маме, она мне обожает сиреневый цвет. Здесь будет гель для душа, крем для рук и мыло красивое с бабочкой. Цветочный аромат, насыщенный, нежный. Если у вас будет бумажный каталог, потрите страничку, вдохните этот приятный аромат, и рекомендую заказывать набор, потому что это выгоднее. Также классное предложение на набор кремов, если быть четко правильными, 349 рублей, 3 крема в роскошной коробочке, все они красиво оформлены, в таком в акварельном стиле. Посмотрите, как это чудесно. Я бы обрадовалась такому подарку. Во-первых, всегда полезно, удобно то, что маленький формат по 30 миллилитров, сумочку бросили с собой, взяли, и можно ручки всегда намазать. Они вкусно пахнут, и у них легкая нежная консистенция. Давайте попробуем один. Видите, он такой легенький, как лосьончик, и тюбики выглядят как акварельные краски. Все, он впитывается моментально. Приятный аромат, аромат розы, гордении и сирени. Далее наборчик, он уже у нас был в прошлом каталоге, набор крем для рук и мыло, тоже выгоднее брать наборчиком. Классный подарок, чудесный комплимент, положили в пакетик, и уже человеку будет приятно и точно будет использовать. Роскошная пена для ванны, целых 750 миллилитров счастья, душистой ароматной пены, абрикос, белый персик и мускус позволят вам расслабиться, насладиться, отдохнуть и почувствовать себя королевой. Вот такие маленькие ароматы по 8 миллилитров для того, чтобы распробовать аромат и определиться, нравится он вам или нет, хотите вы им, будете вы им пользоваться или не будете. Я очень люблю такие малыши с собой брать, дорогу удобно, или в сумочке, чтобы лежал. Например, вы возьмете Eau Lamon Parfum, он вам понравится, закажите потом себе большой, пусть он будет дома, а маленький носить с собой в сумочке, чтобы усиливать аромат. Кстати, роскошные гели, я про них рассказывала в Instagram, то что очень концентрированные, приятно пахнут, мыло невероятно, очень понравилось мне сейчас грейпфрут, и как раз лаванда мы пользуемся. Смягчающие средства, многие спрашивают: вау, какой классный большой крем, на самом деле маленький, 15 миллилитров. Вот в таких коробочках придет вам смягчающее средство, есть с ароматами, и одно розовое, оно без аромата, абсолютно ничем не пахнет. Куда использовать? На кутикулу, на губы, пяточки, колени, все что сохнет, все что нужно смягчить интенсивно, вам в помощь смягчающее средство. Маски точно рекомендую брать, потому что они, во-первых, удобный формат, тоже с собой брать или дома использовать, можно на всю семью, например, открыли пакетик, и если вас двое, как вот мы с дочкой, мы напополам делим масочку и используем. Я помыла волосы, она помыла, все, маска кончилась. Классный эффект от них, потрясающий, волосы такие блестящие, живые. И вот, кстати, когда написано на пакетике, например, нанесите маску на 5 минут, можете смело больше держать, чем больше держишь, тем лучше эффект. Есть такие масочки на один раз, они в виде, как вот продают, джем, мед, бывают такие маленькие, тоже один раз. Открыли, полностью использовали на лицо и шею. Вот классная продукция. Тут, кстати, два набора. Серия Feel Good. Одна серия более такая рисковатая. Тут у нас цитрус и свежие листья мяты. А вторая серия более сладенькая, нежная. Мы сейчас как раз такой гель открыли. Чем они мне нравятся? Тут натуральные эфирные масла. Увлажняет кожу, шикарно отмывает. Пенка такая красивая, вкусная.
вкусное, просто супер. В наборах тоже выгоднее заказывать. Ароматы очень легкие, примерно 3-4 часа стойкости, то есть они невесомые. Вот классный продукт, масло чайного дерева, его точно нужно брать, потому что у него мощный антибактериальный ранозаживляющий эффект, и это проверено. Почитайте в интернете, как можно его применять. Великолепный продукт. И вот этот рекомендую тоже. То, что у меня и у дочки вот такие по тюбику, приятно пахнет. Просто хочется скушать, на вкус сладкий, поэтому главное не съесть губы, потому что это скраб, маска для губ. Можно нести, поскрабировать и смыть, а можно нести на 10-15 минут оставить, а потом смыть и увидеть, какие у вас мягкие ровные губы. По уходу за лицом у нас есть разные серии. Love Nature — это первая серия, наверное, есть раньше еще для молодой кожи, Pure Skin, но здесь мы говорим уже о женщинах, которые подбирают себе уход. Все равно я бы рекомендовала серию Love Nature для более молодой кожи, но если девушка со зрелой кожей просит тоже что-то подобрать подешевле, более доступно, можно брать. Но вот именно про эту серию хочу сказать, что гель тут недостаточно питательный, то есть он настолько легкий, больше бы его рекомендовала для молодой кожи на лето, потому что он невесомый, он классный под макияж, прекрасное средство очищающее, мне оно очень нравится. Следующая страничка у нас — карандаши для глаз, хорошие карандаши, но они небольшие. Классный спрей для тела, вот так он выглядит. Приятный аромат, он очень сексуальный, такой глубокий, цветочно-восточный, гурманский. И здесь мандарин, орхидеи, прозрачный мед. То есть уже мы понимаем, просто даже по составу, что этот аромат будет сексуальным, таким манящим. И я его после душа на ночь распыляю и вхожу в это облачко. Оно просто осаживается на коже, очень приятно пахнет. А можно взять в наборе еще с тушью, будет выгоднее. Тушь с эффектом веерной кистью, такой веерного объема, очень удобная кисточка. Даже для моих капризных ресниц она оказалась удобной, поэтому тоже можно смело заказывать. Дальше у нас медовая серия, тоже в наборе можно брать жидкое мыло и большой бочонок, вот такой бочонок крема будет. Шикарная продукция. Ароматы нужно подбирать через тестирование. Просто потереть страничку зачастую бывает недостаточно. Лучше заказать код пробников, указан около каждого аромата, подегустировать, походить с этим ароматом, чтобы определиться, подходит или нет, потому что ароматов очень много, выбор огромный. Вот этот продукт я тоже всем рекомендую. Пожалуй, это мой любимый бальзам в Oriflame. Кстати, заканчивается. Раз и все. Смотрите, он с SPF 15. Он идет с цветом. Он круто увлажняет кожу. Он сразу как помада. То есть наносите, губы мягкие-мягкие, такие увлажненные, пухленькие. Вот 100% рекомендую, берите смело. Далее тушь с эффектом гипнотического объема. Недавно подруга заказала и сказала: теперь у меня это любимая тушь. Раньше набрала 5 в одном, говорит, теперь буду эту брать, она просто бомба. Да, бомба, классные ресницы с ней получаются. Средство для стрелок, стойкий маркер-подводка для глаз, то есть он как фломастер. Удобно наносить, у меня он, правда, старенький, я просто вот показываю, какая кисточка. Когда он новый, можно сделать очень тоненькое нанесение, у меня просто уже он высох. Не выкидываю, чтобы вот показывать, как выглядит. Помада, 100% рекомендую помаду с эффектом сияния, серия The One, смотрите, какая красота, она вся переливается, такой цвет, манящая малина, мой любимый просто, восторг у меня, кто его заказывает, а потом все перезаказывают, очень нравится. Есть стойкая помада, хорошо лежит и увлажняет губы, не пересушивает их абсолютно. Лайки в Oriflame все крутые, можете брать смело, я сама их очень люблю и всем рекомендую. Ароматы, обожаю серию Valare, потому что здесь и дизайн красивый, и они стойкие, и у них цена просто вау, классная, да, такая подходящая цена. Мой любимчик Infinita, видите, как много использовала, больше половины, обожаю аромат, очень люблю. Дочка моя любит On The Edge аромат. Они все чудесные, пробуйте, дегустируйте, носите на себе, выбирайте. Мне, например, очень понравился Eclat Blanc, обожаю такие ароматы легкие, Eclat Nude. В серии Eclat мне практически все ароматы нравятся, все подходят. Вот этот очень сексуальный аромат, он и стойкий, он такой страстный, в подарок к нему идет сейчас крем для рук.
с таким же ароматом. Бочонки. Удобно то, что вы заказали аромат. Подберите, посмотрите, если есть крем с одноименным ароматом, возьмите, потому что он будет усиливать аромат. Так, ой, какие красивые аксессуары. Тоже люблю бижутерию Oriflame, она очень хорошо носится. Всегда актуально, модно и дополняет гардероб. Бокальчики мы уже видели в прошлом каталоге, как и чехол, а вот часы — это новинка, очень элегантные, подойдут под любой наряд. Лаки. Классные лаки, разнообразные оттенки, удобные кисточки, небольшой формат 5 мл, быстро закончится, не успеет надоесть. Вот, кстати, вчера красила ногти новым лаком «Шоколадное молоко». Прям классный лак, все в восторге. Дочка подошла, говорит: мама, я в Инстаграм увидела у тебя новый лак, показывай, делись. Я говорю: ну конечно. Вот такая помада, супер вообще помада, пряная карамель, классно. Кстати, их разобрали очень быстро, смотрите, плотная, яркая, сочная, невесомая, пахнет шоколадкой, просто вот одно удовольствие от этой помады. Тени тоже рекомендую. Единственное, что мне неудобно, нет кисточки, нет зеркальца, но зато я взяла именно тот цвет, который мне нужен. Мне не нужны вот все они, если был бы набор, а вот этот мне 100% нужен. Смотрите, какой классный цвет, вообще вау, отличные тени, несмотря на их невысокую стоимость, они классные. Тональный флюид для сияния кожи тоже рекомендую, хороший. А он без скидки. Матирующий BB-крем тоже все обожают, кто заказывает. Есть консилер, чтобы сгладить, да, выровнять кожу. Компактная пудра тоже хвалят, я себе не брала. Знаю только, что она без зеркальца, и то, что хорошие отзывы на эту пудру. Помаду тоже рекомендую. 119 рублей всего. Представьте, какое счастье. Можно выбрать помады, она чуть-чуть более плотно ложится, чем шоколадная помада, но она мне тоже очень нравится, то что она и лежит хорошо, и губы увлажняет, просто вау. Так, ищем, что здесь есть интересненького, про что бы я вам хотела рассказать. Блески тоже рекомендую, волшебные блески. Кушон, ударение на у. Вот такая волшебная помада, вы вот так будете крутить, помада появляется, и вы ее переносите на губы, вдыхаете легкий аромат ванили и наслаждаетесь своими пухлыми, объемными, бесподобными губами, от которых просто невозможно оторвать глаз. Это я вам 100% гарантирую, от губ никто не сможет оторваться. Рекомендую тоже такую подводку, долгоиграющая, стойкая. Удобный хвостик у нее. Вот так. Можно толстенькие стрелочки красить, можно тоненькие. Можно прямо так рисовать. Отличная подводка. Тоже рекомендую мое любимое средство для снятия водостойкой косметики. Ой, сколько в Oriflame классных тушей. Вот, кстати, если сравнивать вот эти две бомбочки, вот такие, да, туши Tremendous, то вот это мне понравилось больше с эффектом кошачий глаз. Она очень здорово делает акцент на внешние реснички, и глаза получаются такие прям кошачьи, вытянутые. Удобная кисточка, хотя я такие обычно не люблю кисти, мне кажется, они огромные и неудобные мне будут. Нет, классные, удобные. Так, по поводу того, как сделать брови свои супер эффектными и красивыми, давайте смотреть. Во-первых, новая палетка, цвета в каталоге абсолютно не совпадают, здесь они все прям черные, на самом деле смотрите, какие классные оттенки. Я, кстати, делала демонстрацию, они такие натуральные, насыщенные, пигментированные, очень хорошо отдают цвет. Брови ими красить одно удовольствие. Про помадку для бровей что хочу сказать: да, я ее люблю, обожаю, но вот эта палетка мне больше понравилась. Помадка, чем мне нравится, она, не знаю, получится здесь показать. Такое чувство, что она у меня уже подсохла. Ей год уже. Нет, она уже у меня, мне кажется, подсохла. Надо было ей пользоваться активно. Конечно, когда я ее только получила, я все убрала. Я пользовалась только ей, потому что, ну, это просто бархатные, такие нежные, красивые брови получаются. Натуральные. Ну, сейчас вот моя любимочка. Единственное, мне не понравилось, что здесь нет зеркала. Я считаю, это неудобно, потому что надо тогда еще с собой зеркало, если где-то краситься. Я бы была рада, если бы
в этой палетке все-таки зеркало было. Так, кстати, эту палетку можно использовать еще с водой, то есть если вы будете красить стрелки, то вы можете просто смочить кисточку, набрать тон и накрасить яркие сочные стрелки. Обратите внимание, пинцет появился новый. Тени. Ох, какие классные тени в Oriflame. Обожаю наши тени. Вы можете заказать себе магнитные палетки, большую, маленькую и тени. По 199 рублей собрать себе свою комплектацию. Вот смотрите, у меня как раз вот эти тени, которые здесь вот на модели. Они действительно невероятные, с золотым подтоном, такое что-то оливковое и золотом. Так, есть у меня вот благородный серый. Вот такой оттенок тоже. Я в основном ими вот и крашусь. И все. Из этих у меня... А, вот еще бежевый нюд, мой любимый цвет, конечно. Все тени очень-очень-очень классные. Рекомендую их заказывать, потому что получите удовольствие. Огромное количество вариантов, как выровнять кожу. Есть корректоры разнообразные в Oriflame, кстати, там были в предыдущем баночке. То есть в зависимости от того, какая сложность у вас предстоит выровнять кожу, то есть смотрите, можно брать что-то полегче или более плотные корректоры. Тональные основы тоже разные. Как подобрать тон, меня часто спрашивают. Внимание, нужно почитать описание. Посмотрите, увлажняющее, значит, для нормальной сухой кожи. Если у вас кожа жирная, вы перелистываете вот на эту страничку и оказываетесь как раз на той тональной основе, которая будет адаптивная, будет и матировать, и классно подойдет к вашему лицу, и будет эффект стойкости. Отлично, вот обожаю, кстати, зимой этой тональной основой пользоваться, потому что она не отпечатывается на воротниках. Мне очень нравится Giordani, но она все-таки отпечатывается, а это нет. Очень классно. Есть у нас компактная пудра, тоже бомба просто пудра. Смотрите, пользуюсь с удовольствием. Можно ей просто одной даже делать, без тональной основы, и будет красивая ровная кожа. Стики для макияжа. У меня 3 стика. В основном пользуюсь, конечно, средством для контуринга. Вот этим средством. Вот тут покажу. Пользуюсь очень много хайлайтером, потому что он такой нежный, красивый цвет дает, и иногда румянами. Но они для меня чуть-чуть ярковатые. Летом, да, летом я ими пользовалась, сейчас они для меня немножко... Надо что-то полегче. Так, кисти. Вот такие классные кисти в Oriflame. Все проверенные, долго служат, их можно стирать, мыть, им ничего не будет. Очень хвалят AZ-крем, но я не люблю такие упаковки в тюбиках, поэтому вот дочка у меня берет только AZ-крем, потому что другие ей не подходят. А здесь самый светлый, он идеально ей идет. Можно заказать пробник сначала за 10 рублей, потестировать, а потом уже определиться, что вам нужно. Что касается маникюра, смотрите, вот у нас есть все для того, чтобы сделать маникюр в домашних условиях, как я. Я не хожу никуда, видите, вот у меня аккуратно обработанные ноготочки, подпилены, все, что... есть в каталоге, все это может нам помочь сделать классный маникюр. Рекомендую брать масло для кутикулы, обязательно жидкость для бережного снятия лака, она невероятная, я круче вообще в жизни не пробовала. Мне очень нравится укрепляющее покрытие для ногтей. Есть у меня ночная маска, но у меня в основном ногти всегда накрашенные. Если я переделываю маникюр с утра, быстренько сняла, накрасила заново, я не успеваю этой маской пользоваться. Шикарный маникюрный наборчик, шикарный. Щипчики очень удобные, они небольшие. Кстати, у нас спонж очень хороший в Oriflame. И это еще не все. У нас есть классная пилка, иногда бывает такая четырехсторонняя. Вот я ей пользуюсь, смотрите, как классно ей подпилить, выровнять ногтевую пластину. То есть все ухоженный, хороший маникюр, то есть ничего лишнего. Вот, так что пользуйтесь. Если вы хотите, чтобы ваши волосы были красивыми, блестящими, плотными, хорошо росли, Нутрикомплекс вам в помощь. Пейте курсом сразу 3-4 пачки. Также кормите свой организм белковым коктейлем, волосы будут лучше расти однозначно. И вообще в целом состояние организма будет классное. То есть и стул налаживается, и легкость такая. Я еще очень люблю питательный коктейль для контроля веса. Кстати, сейчас у меня папа, он болеет сильно, практически ничего не может кушать. А коктейль пьет с удовольствием, у него и силы появились, да, и энергия.
Пребиотик очень хорош, у кого вот сбои, да, там поджелудочная барахлит, да, какие-то сбои в кишечнике, пребиотик очень хорошо помогает. Мы всегда пьем витамины Wellness Pack, астаксантин спасает, супчики, батончики в дорогу всегда берем, это очень хорошая продукция. Кальций обязательно, женщинам после 40 обязательно нужно пить кальций. Я вот жую постоянно. Деткам отдельно есть витамины детские и омега жиденькая. Ох, для кожи лица у нас есть все, чтобы выглядеть классно. Вот вы увидите эффект очень быстро, когда начнете пользоваться сывороткой с 10% витамином С. Кожа станет сияющая, ровная. Если пить напиток Акваглоу, то, естественно, это будет красота изнутри идти. Есть у нас серия Королевский бархат 40+ для сухой кожи, то есть нормальная сухая кожа. Капсулы, шикарные капсулы, такие рыбки маленькие. Их лучше использовать курсами. Вот я начала курс, потом прервалась, у меня несколько рыбок осталось. Просто нужно оторвать хвостик и на чистую кожу выдавить это маслице, распределить. А потом сверху ночной крем. Каждый день делайте курсы, у вас будет интенсивная подтяжка этой кожи. Тут есть роскошный бальзамчик, маска подтягивающая для лица, кремовая. А в серии Optimals, вот смотрите, такие вот баночки стеклянные уже идут, красивые. А серия антивозрастная, серия, читайте, увлажняющий дневной крем, то есть для всех возрастов, для сухой кожи, для комбинированной, здесь все написано, очень легко и просто подобрать себе серию. Городская защита, то есть для жителей города роскошная серия, я ее очень люблю, тоже рекомендую, прошлым летом я ей пользовалась, вау, просто очень понравилось. Есть мицеллярная вода, средство для очищения кожи и выравнивания тона. Бустеры, которые мы утром смешиваем с кремом дневным, то есть их отдельно не используем, только под крем. И также можно себе подобрать, то есть какая у вас кожа, почитайте описание, и вы поймете, вам нужно питание, антиоксидантный эффект, да, или жирная кожа, вам нужно обновление делать. Все, вау, вот про что я вам точно хочу рассказать. Мало кто замечает вот это чудо, да, силиконовая такая маска. Зачем она нужна? Ну, во-первых, взяли вы питательную маску, нанесли на кожу, а сверху положите вот эту силиконовую. И маска будет работать лучше, эффективнее. Или тканевую маску нанесли, чтобы она не отваливалась, сверху прижмите вот этой силиконовой. Слушайте, это чудо, она у меня уже год, пользуюсь постоянно, смотрите, с ней ничего не происходит, за ушки зацепили, все супер, помыли водичкой, она с мыльцем помыли, и все хорошо. Вот, кстати, маска глиняная, очищающая, она такая серая, красота, просто красота, хорошо очищает поры, стягивает их, то есть, ну, просто вау. Вот как раз Пурскин для молодой кожи, у кого проблемы, прыщики появляются, у кого-то с 12-13 лет уже надо начинать ухаживать за кожей, чтобы молодежь не давила прыщи, не вредила своей коже. Есть серия осветляющая, у кого пигментация нежелательная. Есть серия питательная, тоже очень такая доступная ценовая политика на эти серии, у них простая упаковка, но девочки хвалят, берут взрослые женщины, им очень нравится очищение, очень нравится крема, вот эти маска вот всех приводит в восторг. Вот также серия Love Nature для комбинированной нормальной кожи с алоэ и кокосом. Есть у нас чудесные масла, серия Mint and Mood. Есть отдельный каталог, чтобы изучить все, что есть в этой серии, потому что есть роликовые вот такие масла, как раз у меня целый набор, я в восторге от этого продукта. Есть маленькие, 5 мл, их уже разводить нужно, есть диффузор и так далее. Так, для волос взяла вот как раз маска, у меня такая есть серия Мед и молоко для сухих волос. Ой, аромат бесподобный, как мне нравится.
То есть если у вас сухие волосы, сухая кожа головы, то вам эта серия будет в радость. Это кондиционер, шампунь и маска. Серия Элио, смотрите, это роскошная серия с натуральными маслами. Я держу в руках шампунь, дизайн очень красивый. То, что есть дозатор на всех продуктах, кроме маски, естественно. Классные масла. Вот такое у меня ночное масло, пользуюсь им с удовольствием. Наношу его на влажные волосы. Оно впитывается, потом волосы сушу. Восторг. Вот у меня от этой серии восторг. Я знаю, что не всем подходит. Ну, надо пробовать. Мы же все очень разные, очень все индивидуально. Как подобрать шампунь? Тоже самый распространенный вопрос. Читайте. Защитность с эффектом климат-контроля. То есть, если у вас статика идет, волосы электризуются, непослушные, или сухие ломки становятся зимой. Вот на зиму великолепная серия, вот когда начинается отопительный сезон. Если вам надо восстановить волосы, возьмите гигантский, да, шампунь, который как раз для восстановления. Например, покрасили, пересушили, волосы слоятся, бледные, да, все у них стресс. Восстанавливайте. Тонкие волосы, пожалуйста, вам для тонких волос. Часто спрашивают про краску, нравится, не нравится. Но я не знаю, я лучше краски пока не встретила. Пока она мне нравится, то что можно еще и дома покрасить самой. В инструкции вы найдете перчатки. Обязательно после окрашивания масочку используйте прям минут на 15. На полностью от макушки нанесите на все волосы. Вы увидите такой эффект, вау, просто, просто вау эффект. А в окислитель выдавливаем краску, взбиваем, отламываем кончик и красимся сами. Я крашусь сама, все отлично. Далее, маска восстанавливающая. А почему без скидки у нас? А я тут нахваливаю. Где скидки? Так, спрей блеск для волос не пробовала, поэтому не скажу и лак. Знаю, что из предыдущих серий все, что я брала, сейчас еще стареньким лаком пользуюсь, укладываю иногда челку свою. Круто все. Кто брал хоть раз, потом перезаказывает. Есть у нас также серия Love Nature, уже более доступная по цене, но не хуже абсолютно, чем серия профессиональная HRX. Я очень люблю эту продукцию. Подбирайте по типу волос. Читайте, сравнивайте. Кстати, многие спрашивают, что это за тюбик. Вот этот тюбик, это масло для сухих волос. Вымыли волосы. Тюбик бросили в горячую воду. Масло пока растворяется. И наносите потом на волосы. И оставьте, сделайте тюрбан прям минут на 20-30. Походите с этим маслом. Потом смойте шампунем, и вы увидите, какие у вас будут крутые волосы. Вы просто ахнете от восторга. Так, что у нас тут по акциям? Сыворотка, размягчитель. Если есть какие-то натоптыши, сухость, смотрите, вот этой вот капельки, она, конечно, сыворотка бесконечно. Вот этой капли хватит, чтобы вот все между пальчиками ног намазать и так далее. То есть настолько она концентрированная. Ее так намного хватает, я даже, ой, сломала крышечку. И что теперь делать? Ладно, разберемся. Сильно крутанула, крышечка сломалась. Маска для ног, супер. Нанесли на чистые ножки. Утром встаете, мягкая нежная кожа. Так, здесь у нас что? Крем для загрубевшей кожи. Понятно, да, для кого? Если кожа мягкая, зачем вам такой крем? А если загрубела, то, конечно, нужен. Дезодоранты. Хотите шариковый, хотите спрей. Я, например, шариковый люблю. Где мой любимый серой крышечкой? Не вижу. Смотрите, какая новинка классная. Супер же такая вот косметичка удобная. Мне все разложили. В дорогу взять или дома, кому как удобно. На крючочки повесили все. Использовали, закрыли, убрали. Щетка суперская, берем однозначно. Если берете мочалки, перчатки, берите две, не экономите. Одевайте сразу на две руки. Гель выдавливаете вот так вот, раз, у вас пена. И двумя руками проходите по всей коже. Это же такой кайф. Серия Discover. Вот гель. У меня, правда, в праздничной упаковке, но это вот такой голливудские мечты. Концентрированный, густой. Меня кто-то спрашивает, какой гель лучше? Девчата, ну, я не знаю, вот, но мне все нравится. Я какой беру, я от всего кайфую. Конечно, у меня есть любимые, например, вот Feel Good. Но если достанем вот такой, я также им с удовольствием буду пользоваться. Ну, просто для разнообразия, чтобы, да, что-то переключить внимание. Пасты зубные лучшие,
Какие я пробовала? А я пробовала разные. И в Amway, и в Сибирском здоровье брали попробовать. Oriflame всем фору даст. Классные пасты, супер крутые щетки. Питательные крема для рук. Очень мощные. У кого вот кожа сохнет, вам надо мощное питание, эта серия для вас. И очищающий гель, он именно антибактериальный, 60% спирта натурального происхождения. Если у вас груднички, не смотрите налево, смотрите только на Baby O. Лучшая серия для малышей. Это по словам девочек, кто родил и с деткам своим взяли. А если уже побольше детки, им уже подавай что-то поинтереснее, мультяшное, им уже и ароматы нужны, свои гели, шампуни и так далее. Пена 300 мл, приятный аромат, вкусный, классная пушистенькая пенка, как понравится и детям, и взрослым, все будут с удовольствием в ней барахтаться. Очень вкусные серии детские. Вот если посмотреть прошлые каталоги, там были такие кругляшки ароматизированные, я их до дыр затерла. Там еще клубничка, яблочко, они очень вкусно пахнут. Для мужчин есть также у нас серия Novage. Для женщин подбираем, кто себя любит, не экономите на своей коже. Я понимаю, что первый эффект такой ого, но вы должны понимать, что и эффект будет вау. Сначала вы говорите ого, а потом, когда вы пользуетесь этими сериями, подбирайте себе по вашему типу кожи, по возрасту, по проблеме, и вау эффект будет очень быстро. Например, серии коллаген, вы увидите вау эффект и от Ultimate Lift с первого применения. У вас кожа подпрыгнет, разгладится, засияет. Кстати, обещала вам рассказать про крем. Я взяла, конечно, мне еще не 50, мне только будет 48, но я решила попробовать крем, и я хочу сказать, что вау, эффект я получила. Вот это вот верхнее веко, оно вот прям стало упругое, прям заметно подтянулась кожа. Я в восторге. Поэтому я не боюсь стареть с Oriflame. Я знаю, что здесь все время будет что-то новое, интенсивное, очень мощное. Про эту серию можно часами говорить, поэтому в таком вот обзоре, в каталоге, в беглом, я не рассказываю глубоко про эти серии. Посмотрите Наталью Радкевич видео, это наш тренер по продукции, как она рассказывает о Novage, от серии Procuticals. А вы влюбитесь, вы захотите все и возьмете себе еще вдогонку такой аппарат Skin Pro Sonic 3 в одном, чтобы и массаж делать, и глубокое очищение. Все это даже для чувствительной кожи подходит, потому что нет вращения, идет вибрация очень мощная. Вау, как-то показала, как я наношу крем. Вот этой лопаточкой мне сразу заказали, сразу, да, где взять, закажи. Кстати, для рук крем здесь, знаете, какой эффект? Вот если у вас появились тут пигментации, вот у меня, кстати, опять вылезла, я этим кремом попользовалась, и вся пигментация, как корова языком слезала, ее просто не стало. Все. Вот, мужская серия у нас продолжается также с ароматами. Ароматы красивые, как по дизайну, так и по сами ароматы классные. Кстати, Клахом очень нравится. Миша, взяли такой аромат? Такой сексуальный. Опасно одного из дома выпускать. Также все через пробники. Аксессуары. Я все-таки рекомендую у мужчины спрашивать, нравится или нет. Потому что на мужчину очень трудно угодить. И порой я иногда что-то покупаю. Миша говорит, ой, зачем ты купила? Я хотела что-нибудь другое. И я уже не покупаю. Только спрашиваю сначала, нравится, хочешь. Смотрите, два продукта по спеццене. То есть вы можете взять любые два, например, пену для бритья одну и увлажняющий гель. Цена будет нижняя. Кстати, триммер многие спрашивают. Да, классный триммер. То есть в носу убрать волосы, в ушах и немножечко туда подровнять. То есть здесь одна насадочка будет такая, кантик подровнять. Чуть-чуть выровнять. Набор для мужского груминга есть. О, как интересно. Так. И набор, в который входит аромат Glacier Rock и шампунь 2 в 1 мужские за 699 рублей. Тоже классно. Мужской гель для душа и мыло. Кстати, я не знаю, почему их в мужскую серию. Я с удовольствием пользуюсь. Мне нравится этот аромат. Я не считаю его мужским. Он просто
очень вкусно пахнет экзотическими фруктами. Аромат венча, как он правильно читается, венча пауэ, самый популярный, голубой, всем нравится, кто берет. Прям можете смело рекомендовать, все в восторге тоже. Ой, как много мужских всяких продуктов, хотя 23 февраля уже прошло, но мы продолжаем наших мужчин любить и радовать их классной продукцией. А также у нас есть каталог отдельный Норхен, и в этом каталоге вы найдете ювелирную бижутерию. И, кстати, когда увидела этот набор, сказала: ого, а у меня что-то аналогичное уже есть. Сейчас я вам покажу. Так, у меня даже колечко. Смотрите, какая прелесть. Немножко другой дизайн, но тем не менее, да, очень похожие вот сережки с яблочками. У меня просто мой любимый цвет. Такой всякая подвеска яблочко. Кстати, прям очень похоже. А здесь будет камешек другой. И у меня даже вот есть колечко такое, я тоже заказывала. Я обожаю Норхен. Это уже на выход, это уже выглядит дорого, и это действительно дорогая бижутерия, как вы видите. Тут и золото, и натуральные камни, везде натуральные камни, это что радует. Ой, как мне этот набор понравился, я просто тут смотрю на колечко, и у меня же дыхание замирает. Как это красиво и нежно, и гвоздики, очень нежная девичья, такая красивая коллекция. Я бы сама носила с удовольствием. Кварц, розовый кварц для влюбленных, для того, чтобы привлечь любовь. Ароматы, ароматы. Кстати, кто-то спрашивал, я показывала, что у меня есть такой флакончик от Oriflame, давно-давно заказывала. Кто-то спрашивал: а где такой взять? Пожалуйста, вот только вы спросили, тут же вам флакончик, который можно наливать любой аромат. Здесь будет 5 мл. Легенький, удобный, с собой взять дорогу. И так далее. Так, пудра слоновая, ой, слоновая кость, а у меня какая? 37-я, у меня как раз слоновая кость. Но я бы не сказала, что она светлая, да, она прям такая вот хорошая. Для моей кожи идеально подходит, очень нравится эта пудра. Румяна в шариках забыла взять, всегда показываю. Но это, мне кажется, бестселлер в Oriflame. Все обожают эти румяна, знают, что их хватает надолго. Так, карандаш для бровей покажу вам, есть у меня. У меня уже маленький, он вот такой длиннющий приходит, огромный. Очень классная щеточка, чтобы прочесать брови. И сам карандаш, поострее его надо поточить, чтобы так прорисовать волосочки. А потом расчесываешь, и они просто становятся такие бархатные, красивые бровки. Очень нравится. Есть здесь подводка, но если выбирать, то я бы взяла лучше подводку серии The One, потому что это моментально высыхает, и если вы медленно делаете, тщательно выводите, то вы не успеете даже нарисовать. Но здесь кисточка круче, она более острая. Так, карандашик есть для глаз, тоже длинный, большой, очень качественный. Помады Giordani. У меня на канале есть отдельный обзор сатиновых помад, точно есть. Матовые помады у меня есть на канале, отдельные ролики, посмотрите, я там все помады делаю, выкраску на руке и на губах, чтобы выбрать. А здесь нас ждет сюрприз, контурный карандаш праймер. Ого, как интересно. То есть мы красим контур, его не видно, но помада на него ляжет очень хорошо. И у нас выходит новая увлажняющая губная помада гель. Я еще не пробовала, пробовать буду на видео. Но я вам хочу просто показать, какой здесь дизайн. Просто, какая красота. Смотрите, раз, какое у меня гранатовое колье. Я вам чуть-чуть покажу, просто мне надо для съемок. Ой, как красиво. Аромата практически нет. Еле-еле уловимое, что-то такое прям тоненькое. Слушайте, как красиво. Я бы хотела вот эти все цвета вот отсюда, с розового атласа и вот сюда. Как они мне все понравились. И вот шоколадная вуаль. Да я бы все хотела. Слушайте, они какие-то... А ягодный десерт, как красиво. Ох. Так. Вот я хотела сказать, наверное, у модели ягодный десерт. Смотрите, какая красота. Супер. Так, далее. Тоже для ресниц. Ангельский поцелуй, да, или как крылья ангела.
Ангельская ласка, наверное, вот так вот. Смотрите, какая кисточка. Тут совсем плоская, а тут она как треугольник расходится. Удобнейшая кисть, тушь по консистенции классная. То есть она вам сделает густые, объемные, подкрученные реснички. Вот мне очень понравилось. Пептиды с такой скидкой надо брать обязательно, потому что пептиды, они вам просто подтянут лицо, они уберут всю дряблость, кожа будет невероятно упругая. То есть я с первого раза увидела эффект. Здесь недельный курс, утром, вечером ампулку берете, напополам ее делите. Это просто вау-эффект. Конечно, будем запасаться омегой, потому что мы когда болели, ее слопали банку только так. Новый аромат Poses Absolute. Это абсолютная нежность, древесно-фруктовый, необычное сочетание именно древесно-фруктовых ноток. Здесь аккорд граната, который я больше всего чувствую. Так, Absolute Османтуса, амбровая древесина. Ну, нот на самом деле здесь гораздо больше. Смотрите, что у нас идет. При заказе этого аромата в подарок вы получаете два продукта линейки Essence & Co. с натуральными эфирными маслами шафрана и пачули за 99 рублей и пакет в подарок. Слушайте, классное предложение. Вот, аромат очень нежный, максимальная концентрация аромата, то есть он очень стойкий. Ну тут что сказать, тут, начиная с самого дизайна, уже просто в восторг приходишь. И заканчивается каталог тональной основой. Тональная основа Giordani, она будет идти с пребиотической сывороткой. А, я не ту тональную основу взяла. Антивозрастная с пребиотической сывороткой. Она крутая. Она круче, чем это. Просто, по крайней мере, я вам могу гарантировать, что вы влюбитесь в эту тональную основу. Я сейчас пользуюсь ванильным тоном. Недавно делала макияж, как раз показывала где-то в эфире, показала, как она лежит шикарно, это как поцелуй для кожи, поэтому можете смело ее заказывать, тем более по такой акции. Вау, классный каталог. Скажите, классный, сколько всего чудесно, сколько всего что нового, что он может порадовать нас, наших близких, клиентов. Я уверена, что у вас будет очень много заказов этот каталог. Он праздничный, такой толстенький, почти 200 страничек. Я вас благодарю за внимание, за то, что вы со мной. Если какие-то вопросы остались, задавайте их в комментариях под этим роликом. С удовольствием отвечу. И если есть какие-то пожелания или отзывы о продукции, что-то вам очень нравится, любите, тоже пишите, потому что все читают. И люди благодарны, то, что вы делитесь информацией, помогаете определиться с выбором. И на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Пока-пока, мои дорогие. Всех благ и до новых встреч. А я пойду смывать всю красоту.